Коммунальное ЧП в Коркино и поселке Роза. Детские сады работают в особом режиме. Занятия в школах на завтра отменены. Жители вторые сутки остаются без питьевой воды из-за аварии на центральном водоводе. Оперативно устранить утечку службам не удалось. Под землей образовалось озеро. Чтобы справиться с аварией, коммунальщикам пришлось обратиться в МЧС. При помощи специализированной водооткачивающей станции удалось добраться до трубы. На это ушли часы. Редкая авария, таких у нас давно не было на территории района. Осложняется она тем, что порыв был, по всей видимости, уже давно. И это обусловило некое такое сосредоточение подземного озера. И несколько единиц техники не могли откачать, поддерживали уровень воды, не могли откачать. В итоге удалось приступить к ремонту, но воду обещают вернуть в квартиру к утру субботы. Но на всякий случай местные власти подготовились к затяжным работам. В школах Коркино и Розы в субботу отменили уроки. В котельных и соцучреждениях есть запасы воды. Наполнить ведра и кастрюли просили и горожан. Днем был организован подвоз воды. Он продолжится и в выходные, если аварию не устранят.